Всем привет, друзья! Сегодня ко мне пришла вот такая вот посылочка. Будет маленький обзорчик на саженцы. Немного заказала кое-что интересненькое, несколько наименований, поэтому приступим к распаковке. Интересно, в каком состоянии что как дошло, потому что у нас уже очень-очень жарко, плюс 30 градусов было. Поэтому быстренько распаковываемся и садимся. Смотрите, какая упаковка. Саженцы фиксируются вот такой вот такой палкой. И вот так вот это все зафиксировано, чтобы ничего не поломалось, не погнулось. И опилки, корневище само. Ну, упаковка хорошая. Ну, чтобы саженцы не погнулись, не поломались. Ну, в принципе, продумано неплохо. И какой сюрприз меня ждет? Ой, я не ожидала. Класс, вот это прелесть. В общем, рассказываю, где что. Ну, начну с самого красивого. То, что мы видим, это розовая прелесть. Это сакура. Ну, по-другому еще называют японской сливой или вишней. Вот. Это у меня привитая на вишне, по-моему. Научное название я вставлю, как по-другому оно называется. Вот. Также у меня вот этот колючий. Это барбарис. Барбарис обыкновенный. Он имеет и целебное свойство, и просто употребление как ягода. Ну, захотелось мне барбарис посадить у себя. Потому что, ну, во-первых, оригинально, во-вторых, вкусно, полезно. Ну, почему бы и нет? Я люблю что-то такое необычное, оригинальное посадить. Приступлю к распаковке самых корешков. Так, ну вот я вытащила барбарис. Вот такой вот корень. Вот такой вот колючий. Колючий-колючий. Есть уже зеленые побеги. Значит, живой, хороший. Тут написана надпись. Название. Написано барбарис, сокращенно. Вот. Сейчас его высажу. Взяли водичку. Будет у меня такая прелесть. Дальше. Ну, конечно, вот это меня радует. Очень-очень-очень. Сейчас посмотрим название. Может быть, тут написано, как по-другому она называется. Хороший корень. Ну, я заказала розочку. Она у меня одна. Пропала лимба моя. Отличные корни, подстриженный, отличный веер. Я думаю, это у меня точно выживет. Вот такие вот побеги. Надо будет, конечно, притянуть, потому что сильное солнце. Это все обожжется. Поэтому сейчас я это сделаю. Посажу. И притяню. Вот такая вот упаковка. Отличная упаковка. Спасибо огромное продавцу. Всем я довольна и буду сажать свои саженцы. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А я займусь посадкой своих новых питомцев. Кому интересно, пробивайте через интернет, через Google вбивайте. Очень красивые цветы, махрово-розовые. Захотелось вот такую вот красоту. Это всего лишь бутончики, еще не раскрытые, закрытые. Очень красиво, когда веточки полностью облеплены этими цветами. Так что будем ждать красоты.